Всем привет. Так. Итак. Не отвлекай меня. Итак. 27 октября сегодня 2012 года. Суббота. Выходной. Господи, вчера смотрели этот век великолепный. Надюбчили. Легли спать в 4 часа утра. Конечно. Сегодня, в общем, до обеда спали. Спалы. Ле, да. В общем, так, ну что, пошли покупать, значит, свои очки. Сумму сказать. 22 тысячи. Волосы встали дыбом везде. И даже там, да. Перчик тоже поднялся. Я про волосы. Если они там устали, значит, перчик тоже. Жесть, короче, да. По полной программе, на самом деле. Я полностью. О, боже мой. Так. Жабак душит, на самом деле. Это ладно, но... Жабак бы душил, если бы деньги были. А так денег нет. Жаба уже не душит. Даже тут жаба не душит. Теперь вариант, где их искать, называется. Так. А, что, ну потом поехали на рынок, купили шапку за 600. Была альтернатива за 200 взять, да. Потом... Какой-то ползунок есть. Потом, значит, пошел я в Ашан, там яблок накупил по мелочи там. Ну вот. Думаю, на неделю хоть хватит. Нет. Вот, пришел, поиграл в Европку. Завоевал Ярославль, Рязань, Тверь стала вассалом. 4 провинции Новгорода, короче, мои. А на дворе всего лишь 1403 год. Я всего 4 года, правда. Вот так вот, вот. Так. Ну, посмотрели уже одну серию, конечно, великолепного века. Впереди еще вся ночь на остальные серии. Так, да. Что еще? Ну, вроде все пока. Так что, пока. Аривидерчи.